Здравствуйте! Спасибо за просмотр этого видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайк. В этом видео мы подробно ознакомимся с приложением Snapchat. Snapchat не очень популярна в СНГ, но все же очень богата на маск, линз, эффект и так далее. Так, здесь наш профиль. Да. Здесь вы можете изменить аватар, то есть одежду, да, примерять немного одежды, от брюк до юбок, носки. Здесь нажатием мы можем добавить избор здесь сюда. Так, мы можем менять также внешность, вот, и нажимаем сохранить. Так, нажатием сюда мы можем так вот изменить селфи, да. И редактирует аватар тоже. Ну, знаем. Так. Дальше здесь можно поделиться профилем. То есть, ага, отправить на WhatsApp, на профиль и так далее. Давайте зайдем в настройки. Вот, настройки. Тут мы можем изменить имя пользователя. Имя пользователя можно изменить раз в год. Дата рождения, номер телефона и почты. Snapchat Plus — это платная услуга. Дальше можно изменить пароль, двухфакторную аутентификацию можно включить, связь с партнером, уведомления можно включать, Bitmojic, Mail, Selfie для AI. Это эффекты, это, да. Можно изменить язык, управление сеансом, тему приложения можно изменить на черную, вот. Темные. И это ваше имя. Здесь мы можем редактировать профиль, мы можем аватар изменить. Это Spotlight. Spotlight — это как TikTok, либо как Reels в Instagram. Здесь описание. И локацию можно показывать, числа можно скрыть подписчиков. Можно, когда сторис загружаете, можно не отвечать на сторис, на ваш сторис. Можно очистить кэш всякий, но будьте осторожны. Так, настроить тоже не наш. Связаться со мной вы можете, кто может писать, то запретить. Только можно друзей сделать, либо друзья и контакты. Так, можно скрыть сторис ваш. Настройки комментариев можно здесь показывать, добавить. Сейчас это возможные друзья. Индикатор активности можно включить либо отключить, да. Семейный центр — это семей, можно добавить ребенка и так далее. Смотри, где я, на карте можно скрыть. Линк спектр не дана. Не нам настройки эмоции тоже. Можно рекламу регулировать, какую рекламу вы предпочитаете. Можно включить режим экономии трафика. И мой Snap — это так, справочный центр, вопросы и ответы в Snapchat. Так. Центр безопасности, услуга оказания услуг, прочие документы можно прочитать. Так, очистить кэш можно, очистить чат, данные, очистить историю поиска. Какие разрешения даете Snapchat? Синхронизация контактов можно отключить, здесь черный список, кого вы кинули в черный список, да. И можно свои данные скачать на почту и выйти можно с приложения. Так, это ваш логин, то есть это мой логин, это ваше имя. Да, пожалуйста, поставьте лайк. Да, это Snap Plus, то есть это платная подписка на Snapchat. Так, дальше нужно подтвердить свой номер. Публичный профиль, да, мы можем изменить нажатием сюда. Так, это ваш сторис, здесь ваш будет, да, сторис. Вчера я выкладывал один сторис, вот. Ага, посмотрел, за человека. Так, здесь ваш список друзей, вот. Ага, здесь мои видео, просмотры. Это избранные, которые я репостнул и добавил в избранные.
контактная карта, единые это эффекты и так далее. И дата регистрации Snapchat. Тоже мне карта нравится. Здесь карта Snapchat. То есть я могу смотреть друзей, где они находятся, да. То есть сколько у них зарядок, да, могу написать, вот. 21 минут на карте, и к нему дойти, вот, пожалуйста, открыть Google карту, да. Так, другие друзья вообще по всему миру, почти в Умане, там, в Багдаде, да, нажатием сюда мы можем, то есть нажатием на друзей пользователя мы можем узнать, сколько у них зарядка и где они в данный момент. Так, этот цвет можно отключить, это нажимаем сюда. То есть это кто выкладывает, да, так можно подружиться, да, с кем-то, вот нажимаем. И пожалуйста, вот, нажатием сюда пользователя мы можем, да, там, подписаться, либо и давать в избранное, отправить кому-то. Так, нажатием сюда, вот. Тоже можно добавить. Может посмотреть сторисы, спотлайт и так далее. Так, нажатием сюда мы можем смотреть спутник, да. Ну, карта, знаете, устарелая, да. И это ваши воспоминания. Где вы выкладывали видео, фото и так далее. Так, мы можем искать поиск по страну, например, вот. И вот Лондон. Можно посмотреть Snapchat, который вкладывали пользователи для популярного места. Могу добавить выбранное. Так, это Лондон. Я нажимаю сюда. Можно узнать, кто вкладывал. Это наше местоположение. Так, нажатием сюда я могу так, включить режим невидим, чтобы друзья не видели. Так, дальше. Так, это камера. Вот, есть много камер, очень много эффектов, линзы, да, например. Этой линзой воспользовались 41 миллиард раз. Конечно, не 41 миллиард человек, а 41 миллиард раз. Потому что в мире, вы знаете, есть 8 миллиардов. Так, вот, пожалуйста. Смотрим. Можем поставить лайк, комментарий, постнуть, отправить. И посмотрим. Ну, можно другие видео. Можно добавить избранное, поделиться линзами. Да. Здесь не говорят эффекты, здесь в Snapchat свой язык, то есть здесь линзы называется, да. Очень много линзы, да, очень качественные, удивительные. Так вот, смотрите, это для вас, это, у вас будет другой, в Париже есть. Так, эстетика, в тренде, персонажи, для видео, друзья, вопросы, забавная еда, для питомца, игры, лучше всех, эксклюзив и так далее, да. Здесь можно искать определенные линзы, вот, недавно, Париж, ну, здесь тоже по списку есть, тоже удобно, кажется. Тут тоже очень хорошая, так сказать, линзы, да. Здесь можно камеру повернуть, да. Вспышка, так, здесь дальше. Дальше редактор монтаж, это добавить музыку. Угу. Здесь тоже разный редактор видео, да. Например, так снимать. Я могу слайд или сохранить телефон, я могу еще да, изменить эффект, да. И могу выложить в сторис, да. Так, давайте нажмем послать. Так,
Снап-карту можно. Угу. Друзья. Сторис. И подписчикам тоже публичные можно. Всем. Не только друзьям, а всем. Угу. Нажимаю сюда. Все. Так. Так. Нажатием. Так, нажатием это ваш. И знаете, где ваши сторис и где ваши видео. Видео, которые я выкладывал. Я могу показать все, узнать просмотры. Вот могу узнать, где много просмотров. Угу. Дальше, кстати, здесь публичный профиль. Я могу посмотреть свою статистику. Вот. Статистика. Да. Spotlight, это знаете, как TikTok или как Reels в Инстаграме. Так, дальше. Здесь сторис друзей, здесь, которые я подписан на блогеров, здесь интересные сторисы. Могу добавить лайк, отправить, если свайпать снизу наверх. Я могу добавить блогер, увидите следующий раз его сторис. Так, нажатием сюда тоже могу добавить в избранные, да, пожаловаться, скопировать ссылку, если мне это понравилось, добавить в избранные. И здесь я могу увидеть это избранное сторис. Угу. Так, давайте остановимся туда. Теперь мы это узнали. Это сторис, это сообщение, да. Так, нажатие мы можем сразу отправить в снап, то есть это называется сразу фото. А аудио отправить смайлики и отправить видео, фото из телефона, да. И отправить свое местоположение, плюсы. Точно могу потом позвонить, либо видеозвонок. Так, это сторис, да. Так, нажатием сюда я могу, то есть нажатием на пользователя я могу сразу отправить фото, писать видео и звонок, да. Закрепите ермек как самое лучшее, но, к сожалению, это платно. Для управления дружбой я могу заблокировать, пожалуйста, удалить друг, изменить имя, да. Так, дальше. Настройки чата. Уведомления. Я могу закрепить чат, это не платно. Убрать из ленты, удалить архив чата, прикрепить на главном экране и не удалять через 24 часа. Да. Настройку уведомлений могу отключить именно этого ермека пользователя. Да. Так. Так, настройки истории. Я могу подписаться на сторис ермека и либо убрать из ленты. Да. Точно так же свой могу сторис скрыть, местоположение скрыть, отправить профиль другим. Так, нажимаю на пользователя, еще сюда. Я могу, да, изменить обои с чата, вот. И выбрать цвет, это платно, да. Снап-карта. Угу. Сохраненный чат. Я друг с Ермеком с 27 июля, да. Это его день рождения, аккаунт, логин, баллы, снапы и знак зодиака. Могу поделиться профилем. Так, это Spotlight. Я уже говорил, что как TikTok. Да, тут могу подписаться. Да, вот могу подписаться, нажать лайк, посмотреть комментарий, репостнуть и узнать, где находится репост. Я могу скачать видео и отправить друзьям. Скачать, а вызвать. Вот здесь. Также могу отправить на WhatsApp. Ссылка. Так, это звук. Я могу использовать этот звук. Угу. Это просмотр. Так, нажатием, свайпаем сюда. Мы можем сразу подписаться на блогера. Вот. Это сразу в сторис. Мой муж скрывает. Точно так же вы сами можете снять, да, можно снять, вот. Загрузить из фотопленки, вспоминать, либо создать свой новый снап.
Так, можно искать видео на разных темах. Это очень тоже. Просто одним нажатием можно перемотать на следующее видео. Так, это возможные друзья вот здесь. Да, можно добавить возможные друзья. Это все контакты, это которые вы написали на свой контактный номер телефона. Это я всех знаю. Прошу вас подписаться на канал и поставить лайк.